Приветствую. Всем здоровья. Сегодня у меня на обзоре покрышки и камеры к ним. Все покупалось в Москве, так как в Китае покупать эти позиции совершенно невыгодно. Итак, начнем с покрышки. Это Maxis, модель детонатор 700x23 под 622 опт. В покрышке кевларовый корд с плотностью плетения 60 ppi. Это количество нитей на квадратный дюйм. Данная покрышка равнозначно подходит как для тренировок, так и ежедневных поездок по городу. Покрышка имеет двойной компаунд, центральный жесткий и устойчивый к износу, и боковой мягкий для лучшего сцепления. Также тут присутствуют технологии от Maxis под названием Silkworm. По заверениям производителя, задача ее заключается в дополнительной защите от проколов и уменьшении износа покрышки. Реализована она в виде дополнительной прослойки, которая находится между кордом и протектором. Если с защитой от проколов более-менее понятно, то как она способствует уменьшению износа, не совсем ясно. Ну да ладно. Взвесим ее в конце, а пока с покрышкой закончим и перейдем к камере. Камера у меня тоже от Maxis, модель Ultralight. Камера имеет толщину стенок 0,6 мм, предназначена для использования с 700-ми покрышками размерностью от 18 до 25. На камере установлен ниппель преста с съемным клапаном. Могу предположить, что это решение для использования удлинителей на ниппель. Я же брал камеру сразу с ниппелем нужной мне длины, это 60 мм. Ну и последнее, заявленный вес 67 грамм. Пришло время взвесить все это. Итак, как видим, покрышка весит 234 грамма. Камера весит 70 грамм, чуть больше, чем заявлено. Вот такие покрышки и камеры будут установлены на мой велосипед. Все написано о них в интернете и на сайте производителя звучит весьма многообещающе. Как это будет на практике, увидим и сделаем свои выводы. На сегодня это все. До новых встреч!